то место, где мы находимся, не то что необычное, но уникальное. Надо было все обсуждать очень детально с хранителями, насколько теплый свет мы можем использовать, насколько громко может быть музыка. Все просто и все очень сложно. Цвета — это черные и разнообразные коричневатые оттенки. Фактуры самые разные — это кожа, шелк. Также будут платья, усыпанные стразами. Количество гостей всего 120. Сорок шесть выходов. Показ будет открывать модель Анна. Мы ждем, готовимся. Сейчас уже все начнется. Вообще-то знали, предполагали, что это будет зал Врубеля, и как-то уже слухи ходили. Я была бы удивлена, если бы это не был показ Терехова. Меня переполняет счастье, потому что, конечно, трудно выбрать место более драгоценное.
Зал Врубеля – один из моих любимых залов. Мой любимый художник, и когда я прихожу в Третьяковку, я обязательно здесь надолго задерживаюсь. Очень впечатляет. Сделать показ во Врубелевском зале Государственной Третьяковской галереи – это очень логично, потому что красота должна быть на фоне красоты. Полет, порыв, надрыв, фантазия, сиреневый цвет. Я не знаю, думал ли об этом Александр, когда делал свою коллекцию, но возможно. Легкие, чуть-чуть гранжевые смоки. Акцент на очень красивую кожу, не блестящую. Губы буквально вот с ощущением, как будто бы они не накрашены. Мой лук сегодня – это платье, кожаная куртка и ботфорты. Я выхожу в очень короткой мини-юбке, в куртке. Мне кажется, что Саша сейчас находится в той стадии, так сказать, своей карьеры, при которой он может себе позволить, на самом деле, любые ходы. Главное, чтобы они для него попадали в желаемый сюжет, в современное звучание и в ту женщину, которую он любит.
простота с ориентацией на роскошь. Классика, которая идет в ногу со всеми трендами. Простые формы, но сделаны с большим вкусом. Я такие вещи ценю, поэтому мне это особо нравится. Это очень нагло и смело. Настоящий Голливуд. Очень чувственно и, мне кажется, очень сексуально. Мы увидели образы очень смелых, сексуальных женщин, которые не боятся быть собой, не боятся ходить с высоко поднятой головой. Как всегда, Терехова хочется носить. Мне нравится, когда Саша смелый. Это мне нравится в нем больше всего.